новостями последних суток. Новости 24 на ННТ. В студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях. В Саудовскую Аравию отправился первый рейс с паломниками из Дагестана. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с имамами, прошедшими курсы повышения квалификации. В Махачкале начались работы по экологической реабилитации озера Акгюль. Первый рейс с паломниками из Дагестана уже вылетел в Саудовскую Аравию. До наступления времени хаджа верующие будут находиться в Медине. В священном городе паломники посетят святые места и будут совершать обязательную молитву в мечети пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Хадж – одна из заветных целей любого мусульманина. Первый рейс с дагестанцами в этом году уже направился в священные земли Мекки и Медины. Всего количество первых паломников составило 250 человек. Конечным пунктом назначения для них будет город Медина, где по прилете они расположатся в гостинице. Сейчас они, значит, приедут в город Акаба. После этого они на автобусах доедут за 18-20 часов до Медины. И дальше их принимают уже наши ребята, которые находятся в Медине. Они их сопровождают до гостиницы. Они могут отдохнуть, после этого совершить зиарат пророку Мухаммаду, салям, и дальше уже заниматься своим богослужением. Принять участие в столь важной поездке – неописуемое счастье для каждого. Многие из паломников едут в хадж впервые. Переполненные радостными эмоциями, предвкушая воочию увидеть святые земли, они с трудом находят слова, чтобы поделиться своими впечатлениями. Если честно сказать, не верится, что я еду в хадж. 10 лет, как мечтаю, ездить в хадж. Очень большая милость от Всевышнего попалась. Впечатления такие, что еще до сих пор не верится. В хадже немаловажна и работа СМИ, которые на протяжении всего сезона паломничества будут держать нас в курсе событий. Как и каждый год, наш телеканал направил в Святые Земли съемочную группу с особой миссией – осветить весь хадж 2017 года. Мы совмещаем полезное с приятным, если можно так сказать. То есть мы выполняем весь свой долг мусульманский, ритуальный, и в то же время будем производить съемки в Медине, в Мекке. Я надеюсь, следите за обновлениями Инстаграм, ННТ. Нам нужно дать такие короткие Инстаграм-трансляции, мы это сделаем. Потом у нас есть определенные обязательства перед компанией Марвату. Это съемки нескольких файлов об организации, о сервисе, о том, как проходит сам пункт, скажем так, обряды хаджа. Остается только пожелать счастливого пути всем паломникам. А нам лишь придется надеяться, что в следующем году нам посчастливится оказаться из числа верующих, совершивших хадж. Абдулла Алинур Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с имамами и религиозными деятелями республики, прошедшими курсы повышения квалификации по программе, утвержденной муфтиатом республики. На встрече присутствовали заместитель муфтия республики Идрис Асадулаев и руководитель курсов повышения Сиражуддин Ахмедов. Последний рассказал об основных этапах учебного процесса и квалификационных экзаменах, с которыми успешно справились имамы. В своей речи муфтий Дагестана говорил о важности развития профессионального уровня религиозных деятелей. Ведь полученные навыки приходится применять в ежедневной практике богослужения. В завершении встречи Ахмад Афанди обратился с назиданием ко всем собравшимся имамам. Вы на это обратите внимание, уважайте друг друга. Это очень важно. Опять я говорю, хотя бы вот в Сирии, вы же знаете, что творится. Вот хотя бы на их ошибках, чтобы мы учились, чтобы у нас вот это не повторилось. Там сколько-то человек убитыми, сколько-то ранены, разрушены города, инвалидов сколько. А их умерших когда вернешь? Вот к этому привело вот это отсутствие взаимного уважения. Проблема за проблемой обрушивается на Махачкалу и махачкалинцев. Ливни, отключение света, и к этому списку уже давно прибавились стройки. Вопрос остается актуальным по сей день. Горожане возмущены тем, что кто-то раздает поручения и разрешения на строительство многоэтажек. С этой проблемой столкнулись и жители дома номер 14 по улице Ахметхана Султана. Все подробности расскажет Камиль Девятов. Дайте нам площадку.
этой маленькой девочке, как и другим детям, живущим во дворе дома номер 14 по улице Амитхана Султана, практически негде играть. Работы по строительству детской площадки приостановлены. Вместо этого некий застройщик собирается построить жилой дом на территории двора, прямо на том месте, где предполагалось размещение детской площадки. Каждый вечер, когда мы выходим, дети здесь набирают ведерки, вот этот щебень, и сыпят себе на голову. Плачут, говорят, бабуля, идемте туда на качели, идемте. А как можно семиподъездный дом, у них у самих, у каждого по двое, трое детей, внуков, не хватает. В очереди стоят, плачут дети, мамаши тоже нервничают, бабули нервничают, забирают идите детей. В свой двор. Опять идите же, идите в свой двор. Я вот 84-й год, я живу. Этот вот. Же не было бы же федеральный план. Я хочу внуков, правда. И сама хочу. Не переживайте, не переживайте. По словам жильцов, у них на руках имеется два проекта, выданных главным архитектором Махачкалы Магомедрасулом Гитиновым, на одном из которых имеется детская площадка, а на втором проекте уже обозначен будущий дом. Кстати, дата на обеих бумагах одна и та же. Это место им выдали в 1990 году. В 90-м году еще РСФСР не было, вообще земельного кодекса не было, земли не могли продать. Как можно в 90-м году земли продать? Двор продать. Двор продать. Могли бы такое быть? Еще СССР был. РСФСР вообще не был. А у них 90-го года. Четыре раза перепродавали это место. А то один одному, другой другому. Мы хотим детскую площадку. Необходимо отметить, что строительство детской площадки предусматривалось федеральной программой, но кто-то решил этому помешать. Пусть нам хоть один работник администрации в своем частном доме даст им документ и строит у себя частный дом. К нам не надо сюда лезть, не надо, ради бога. И так на сегодняшний момент детям абсолютно ничего нет. И то, что есть, отымают. Здесь жильцы от себя отрывают. Да. Вот она от своей пенсии отрывает, здесь скинули все вот деньги. Видите, все это заборы, все сделано за наш счет. Камиль Девятов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале начались работы по экологической реабилитации озера Агёль. Работы проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 и 2020 годах. В Минприроды Дагестана подчеркнули, что за последние 15 лет наблюдается значительное ухудшение экологического состояния озера Агёль. Сотрудники министерства отметили, что в водоохранную зону озера годами свозились бытовые и строительные отходы. Кроме того, на протяжении многих лет в озеро сбрасывали сточные воды через трубу диаметром 500 мм. В связи с этим на экологическую реабилитацию озера направлено 176,2 миллиона рублей. Финансирование на 2017 год составляет 83 миллиона рублей. Работы планируется завершить в 2018 году. С коротким обзором новостей сегодня всех ознакомит Лариана Шамхалаева. Жителя Каспийска приговорили к 9 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании. Магомед Гасамбеков выплатит также штраф в размере 200 тысяч рублей за хранение и ношение боеприпасов и взрывных устройств. Установлено, что в начале 2016 года Гасамбеков вступил в незаконное вооруженное формирование и выполнял отдельные поручения его руководителя, связанные с поддержанием деятельности боевиков. Сельхозпроизводители Дагестана собрали 639 тысяч тонн овощей, капусты, томатов, редиски, лука и огурцов. Лидеры сбора – хозяйства Дербенского района, после них Хасавюртовского района, а завершает тройку Магарамкентский район. Отметим, что объемы производства овощей в Дагестане ежегодно увеличиваются. В скором времени на прилавках дагестанских рынков появятся и местные баклажаны. Специалисты «Газпрома» усилят меры по проверке газоиспользующего оборудования и приборов учета газа. На текущий 2017-2018 год компания планирует выявлять и пресекать случаи самовольного подключения к системам газоснабжения. Злостных нарушителей режима внесут в сформированный реестр и оштрафуют. В Дагестане планируется провести капитальный ремонт в 38 многоквартирных домах. Секции расположены в городах Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше, Кизляре и Кизилюрте. Предполагается ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем, воды, электро, теплоснабжение, водоотведение и обновление фасада зданий. 4 сентября в Каспийске пройдет очередной турнир Fight Nice Global. В преддверии грандиозного вечера боев в Махачкале состоялась встреча президента компании Камила Гаджиева и участников главных поединков вечера с фанатами. Тему продолжит
Курбан Рагимов. Я приеду в Россию, чтобы уничтожить тебя. Я покажу шоу. Мне нужна победа. Вот так дерзкий бразилец Диего Брандау разогревает интерес к поединку против Ахмеда Алиева. Ответ бойца Eagles MMA последовал без промедления. Я на все 100 готов, и психологически, и физически. И сейчас прохожу сбор в Хонзахе под руководством Руслана Гаминалиева. Он видит мою форму, он видит мою психологию. Все. На этот вопрос он тоже может ответить, насколько я готов психологически. Но физически я уверен в себе. На все 100. В течение часа с небольшим любители единоборств задавали вопросы президенту Fight Nights Камилу Гаджиеву и бойцам Ахмеду Алиеву и Шамилю Амирову. Последнему в родном Каспийске предстоит сломить сопротивление опытнейшего Русимара Пальхараса. Первый план – не дать ему пройти в ноги. И, как сказал Ахмед Алиев, не засиживаться в партере, разбирать стойки, по-моему, действовать. Наверное, пока вот так все. Дагестан богат на таланты в единоборствах. Однако в силу большой конкуренции внутри республики не всем удается реализовать себя в профессиональном спорте. Этот вопрос попытаются решить в новом промоушене. Совсем скоро Fight Nights презентует младшую лигу. Двери этого промоушена для всех открыты. Будет проходить по 15-20 поединков в день. Поединки будут проходить по профессиональным правилам, в клетке. Результаты будут заноситься в шельдок. Я лично буду стараться на всех этих турнирах присутствовать. Именно через эти турниры мы будем узнавать имена будущих, скажем так, героев. В беседе болельщики услышали имена участников предварительного карда. Узнали об убытках, которые приносят ивенты в Дагестане, а также имя человека, который составляет пары бойцов для турниров в нашей республике. Могу сказать, что конкретно в этом случае мой старший товарищ Зиудин Магомедов, он по-особенному относится к турнирам в Дагестане. Могу сказать, что несмотря на его высокую занятость, он там лично согласовывает весь файткард дагестанский, по крайней мере, 6 основных боев. И мы с ним долго думали, как расставить бои в Дагестане, и в итоге решили, что главный бой вечера – это Алиев и Брандау. Турнир Fight Nights Global 73 пройдет 4 сентября во Дворце спорта имени Али Алиева. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Ну и напоследок курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 92 копейки, евро 70 рублей 37 копеек. Еще больше новостей на нашем сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего.